Привет, Наруботоп! Это новая подборка самых безумных моментов, которые удалось снять на камеру. Уверен, что вам понравится. Жмите на колокольчик и начинаем. У мужчины на заправке воры попытались отжать автомобили, но он не растерялся и особым способом быстро отпугнул преступников. Никто из них не пострадал, но обливание бензином выглядит довольно эффектно. Разбрызгиватель с датчиком движения – один из лучших способов отпугнуть воров. Попытка украсть что-то ценное из пикапа закончилась трусливым побегом. В Венгрии на обочине дороги есть необычная разметка, если по ней проехать, начинает играть музыка. Интересная задумка, которая быстро стала популярной. В Японии тоже появилась своя музыкальная дорога возле горы Фудзи. А этот момент произошел в Бразилии на заводе по производству сока. Произошла крупная утечка из резервуара предприятия. По подсчетам, вытекло почти 2 тонны виноградного сока. Никто не пострадал. Компания сообщила, что утечка произошла во время перекачки сока из одной цистерны в другую. Это обычный бассейн Бразилии, ничего не предвещает беды. Как вдруг вода в нем просто исчезает. Это полностью обвалилось дно, и вся вода моментально оказалась на парковке. Громкий шум напугал жителей, но никто не пострадал. Такое я вижу впервые. Я понимаю, что магазинные воры могут незаметно украсть что-нибудь небольшое. Но эта женщина, похоже, вообще потеряла страх. Она пытается украсть бензопилу. Тетка по-разному пыталась засунуть ее и спереди, и сзади. Наконец, затолкав бензопилу в трусы, она отправилась на кассу. Это просто мастер незаметности. Вот еще одна женщина-воровка, которая украла с сумки кошелек прямо на дорожном переходе. И при этом попала на запись селфи-камеры своей жертвы. Попытавшись срезать бензопилой старое толстое дерево, с него начала ручьем вытекать вода. Не думаю, что в дереве могло быть столько сока. Хотя кто его знает. Вот похожий, но еще более необычный момент. Редкое природное явление в Черногории превратило дерево в настоящий бьющий источник. Дерево явно пустотелое, иначе как бы из него вытекала вода. Такой себе природный фонтанчик. Совершенно невероятный момент удалось заснять в Мексике. Огромная стая черных птиц с грохотом падает на землю. В течение нескольких секунд многие из них улетают, но многие просто погибли при ударе и остаются валяться разбросанными по земле. Что это было, непонятно, но эксперт Рон Меджел из зоопарка Майами предположил, что на самом деле они убегали от хищника, и стайный инстинкт заставил их упасть. Вы когда-нибудь видели ньютоновскую жидкость? Простыми словами, скорость течения такой жидкости пропорциональна касательному напряжению. При низких скоростях сдвига жидкость действует как смазка, и материал легко деформируется. При высоких скоростях трение значительно возрастает, и материал ведет себя как твердое тело. Выглядит очень необычно. Похоже, что этот вертолет совершил аварийную посадку на оживленной трассе. Шокированный дальнобойщик не рассчитал дистанцию к лопастям, и его прицеп превратился в решето. Этот мужик чувствует себя настоящим мачо. Он на скорости влетает в супермаркет, сильно толкая двери руками. Выглядит очень смешно. А эта стеклянная дверь решила просто упасть на женщину. Хорошо, что не разбилась. Вот еще несколько моментов со стеклянными дверьми.
На реке Пресум-Псот в штате Мэн образовался гигантский ледяной диск диаметром более 90 метров, что сопоставимо с размерами футбольного поля. Он непрерывно вращается на поверхности воды, а довольные утки катаются на нем, как на карусели. Ученые объясняют, что такие ледяные диски могут возникать из-за перепадов температуры воды. Благодаря вихревому потоку кусок льда начинает вращаться, его края стачиваются, и он приобретает круглую форму. Вот похожий диск, но уже значительно меньших размеров на небольшой речке. Бронированный автомобиль инкассаторов попал в ДТП. По данным Калифорнийского дорожного патруля, после происшествия деньги рассыпались по всех полосах движения. Как сообщает полиция, несколько мешков с деньгами выпали из грузовика и порвались. Люди собирали деньги как сумасшедшие, но это преступление, делать такого нельзя, и всех участников позже задержали. А вот что происходило в обычном бассейне во время небольшого землетрясения в Непале. Бассейн превратился в бушующий океан, а людям повезло поплавать на крутых волнах. А эта ночная запись камер видеонаблюдения засняла непонятное существо, похожее на человека. Оно передвигалось по улицам на четырех, прямо как в фильмах ужасов. Что это было, остается загадкой. Эту запись видели многие. Таинственный человек-молния со сверхчеловеческой скоростью вовремя спасает девочку, прежде чем ее должна была сбить машина. А затем он сразу исчезает в темноте ночи. Как вы думаете, это правда или подделка? Вот еще несколько моментов, которые я оставлю без комментариев. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотр и комментарии. До встречи в следующем видео.